Вітаю вас у ефірі програма «Діаблог» про літературу. З вами, як завжди, Стелла Черкова і я, Тетяна Сівець. Ми готові огучити думки, які ви виклали у інтернеті, і обміркувати те, що цікавить вас, як завжди, по-русски і по-білоруску. Заходите на наш сайт diablog.by, оставляйте комментарии, задавайте вопросы. Мы всегда рады вашим отзывам. Присылайте смс-сообщения, мы вместе обсуждаем их на отдельной странице нашего блога. Нам всегда интересно ваше мнение. Дети, усмешка Божия. Это слова у Владимира Короткевича, за якими тяжко спрачаться. Хотя многие сегодня наракают на то, что новое поколение горшее, мовляв, за попереднее. Але добрые батьки заўсёды хочуць для сваіх дзяцей самага-самага лепшага. Але якія кнігі чытаюць вашыя дзеці? Ці насамрэч яны самыя лепшыя? Пра дзіцячыя выданні пагаворым сёння. У нас в гостях Алена Масла, журналист и писатель-сказочница, лауреат литературной премии «Золотой Купидон» и автор ряда публикаций о развитии детской литературы в Беларуси. Алена, здравствуйте. Добрый день. Витаем вас. На экране мы видим подборку с ваших презентаций. Скажите пару слов. Вот это лежит кипа встреча с Юей Висландр, шведской письменницей, ладили выступ ее. Это Деда Мороз и Йолу Пуки, який завитал до нас вот, с книгой «Каляда скросная» состракалась. Это выдавецкие проекты «Мама му читая». Это на встрече в детячем доме с актрисой Светланой Зеленковской проводим встречу с детьми, будет книга по-белоруску «Каляды скросной». Алена, мы сразу с вашей темы начнем, с книгоиздания в Беларуси. И посетительница нашего блога Наталья Медведь спрашивает, наблюдается ли у белорусских издателей повышенный интерес к детским книгам. Вот она пишет, что в соседней России очень быстрыми темпами развивается детское книгоиздание. И даже крупные взрослые издательства усиливают детские направления. Как с этим у нас? Ну, я хочу... Абсолютно слушное питание. И хочу сказать, что цікавость до дитячей литературы, несомненно, у нас есть. И то же самое, что и в России, отбывается и у нас. То бок, серьезные дорослые выдавецтвы звертаются до дитячего книговыдания, потому что особливо тягом опошних годов это зразумело, что люди, дорослые люди в нашем кливы час, коли не хапая часу ни на что, для детей час мусить знаходить. И знаходят, и дитячие книги набываются. Вот, тому выдавецтва, вот лидеры у нас с державных выдавецтв, это мастацкая литература, якія выдают дитячие книги, холдинг, выдавецкие «Звезда», початковая школа адукации и выхования, то есть специализованные выдания, якія ну, больше или меньше ступени выдавали, колеси, все одно яны выдают книг, повышенная цікавасць да дитячей книги. Иншая справа, что я разумею, чему задается это питание, что книг не стоит дитячих. Все одно не стоит дитячих книг. Вось, тому, что... На угол не стоит, и добрых дитячих книг не стоит. Я думаю, что на угол не стоит. Я Может думаю, быть, что на угол, когда мы говорим сразу. Про... Коли мы говорим про белорусское книговыдание, так, потому что мы же в реальном свете живем, мы бачим, что без книг дети наши все одно не бывают, что и на книжных кермашах, и книжные крамы, яны, там богатый выбор и прикладной литературы, и российской литературы, и прикладной на русскую мову. И тому, коли ведется размова про белорусскую дитячую книгу, звычайно поделяются вот этой накерунки питанию, что такое белорусская дитячая книга, это книга на русской мове, это книга на белорусской мове. И, как правило, питание стискается, потому что на русской мове не проблема книгу набыть. Так, для русской просторы это абсолютно, причем и в районных центрах, областных центрах завжди есть и в крамах книжных, и вот эти развалы на кермашах книжные, и они завжди присутничают. А вот с белорусской книгой, конечно, проблема. У нас с этим связан следующий вопрос от той же нашей читательницы Натальи Медведь. А есть ли вообще смысл пытаться издавать в Беларуси качественные детские книги, если абсолютное большинство книг все равно издается и привозится из России?
А вы считаешь про какую-нибудь краинку, краину маленькую, скажем, я, на жаль, не могу сгадать, что именно это читала, часов Советского Союза, там рассказывается про какую-нибудь республику невеличкую, где есть какие-нибудь один поэт, и так его носить просто на руках, потому что это гонор нации, у нас есть свой поэт, есть письменник, разумеется, пытание провокационное, потому что, ну, видать, никто не отменял то, что Беларусь не самостоятельная незалежная держава, у которой, я думаю, эту незалежность и самостоятельность треба наполнять у тем лику и выдатными книгами. И шлях до выдатных книг, он лежит про разные проекты. Одна книга больше, меньше, удалая там. И, конечно, ее сенс. Иншая справа, что сегодня говорим, с этим працуем, есть своя краина, есть державная мова, родная мова, есть великое ожидание в этом сглобализованном свете, и до этого у сучасности повертаются народы, люди, да, заховать свое, идентичное. И в этом контексте, конечно, белорусская книга потребная. Причем, вот недавно рыхтавала, я гучу такую казачную статистику. Беларусов, дарэчы, часто попракают, что як только белорусская книга, на белорусской мове дзіцячая книга, абавязкова белорусские народные казки. Ну, по-перше, я зусім... Вось чекают авторских книг больше, читачи, ну, дорослые читачи, якія одно другого не выключая. Нехай шмат будзе белорусских авторских книг, але и белорусская народная казка уникальная з'ява. Вось агучваю эту казачную статистику. Я ее брала у навуковой статистики. Значит, поводле международного показальника классификации казачных сюжетов існуе такі. У белорусов 500 казачных сюжетов. У россиян, вот я теперь называю прикладную личбу, там 187, 197, нет, у украинцев 187, 197, у русских 87 казачных сюжетов. Причем 50 казачных сюжетов белорусских не повторяются ни те в сусветной классе. То есть мы вельми богатые на фольклор. Ну а чему, як не разгорнешь книжку, там все одни и те же казки народные? Есть, видать, отпрацаванные уже такие, то, что купляют, потому что есть антологии, вот белорусская чаровная казка, есть так, антология, так, так. Есть аутентичные записи казок, то, что ведают только специалисты. Ну, а выходят отпрацаванные народные казки, и после, это слушная заувага, и вот Олег Хоменко, вельми цікавый проект здесь, коли вы памятаете, белорусские народные казки, вот ненавито то я... что не друковалось и широко, и он собирал, опрацовывал. Ну, а после, ведаете, они, как бы, сюжеты то во всех подобные. Ну, герои выправляются в Андроку, нечто здарается, вот тому, махчу. Перемагают и живут долго и счастливо. Так, так. Ну, вот, когда говорить про гэтые книжки, какие вы принесли, это так само сборники белорусских народных так. казок. Вот, например, про Осилку. Вельми пригоже оформленные, с цікавыми иллюстрациями. Что у них отметного, что у них такого, чего не было у наших сборников? Я укладальник этого сборника, и мне вельми захотелось, дарэчы, вот великая частка казок белорусских народных присвечена менавіта Осилкам. И разом с тем, ну, ведают то, что пиарят, то, что распаўсюджана. Да, мы ведаем русских героев казочных, троицу все назовут, там Алёша Попович, Добрыня Никитич, Илья Муромец. И я задалась вот пытанием, что цікаво было бы собрать, видать, у одной князи и показать, как белорусы уявляли себе казочных героев. Ну, и таким чином вот собралась... Сюжеты, яны подобные, потому что, саправда, есть герой, які живе в неких обставинах, нечто здарается, ему выпадает выпробывание, он выправляется в дорогу, але герои адметные дзейнічают, яны, дарэчы, так само, так, як належить... Ну, вот эти три белорусские осилки, яны отрозниваются. Судовный иллюстратор. Алёша Поповича, конечно, с Добрыни Никитичем. Ведаете, с гумором вельми, с теплиной и гумором подошла иллюстратор, судовный иллюстратор Тамара Шелест. Да, иллюстрование этой книги, на великий жаль, вот мне казали, что у ей уже и в крамах не набыть, видать, она есть у библиотеки. Вельми цікавая, прыгожая книга. И вот Кати Горошек, Коваль Вернедуб, такие отметные белорусские герои. Як яны дзейнічалі, у чым полягало их геройство? Я писала прадмову до этой книги, мне вельми хотелось скировать детей, не только детей, читачоў. Осилок, кто такие осилок? Осилок, это ж, ну, ведаете, можно некому добро лоб дать, как и не поднялся больше, думать, правда? Треба. И думать треба. И осилок, это той, который умеет даровать.
умея пошкодовать, умея проявить милосердность. Короче, белорусский национальный характер. Так. Алена, ну все-таки не буду спрашиваться с Натальей Медведь, якую мы читали цитаты, але на конт колькости российских книг я тут вельми сумняюсь, бо все они друкуются передусім у Китае, а вот якость их так само треба отзначить и звертать на шмат большую увагу. Тут будет до места, еще мне здається, зачитать еще одно питание от Натальи Медведь. Сучасные батьки предъявляют высокие педагогичные потребования до дитячих книг. Ти мусить книга вучить, коли она не подручник. Ти может дитя читать просто деля асалоды. А як вы меркуете? Ну, по-перше, видать, книги повинны быть вельми розные, на вельми розный густ. Раз уже есть на вот у нас такое питание, окресливая эта тема, значит, есть и группы людей, которые отдают перевагу альбо выхаваучей литературы, альбо забавляльной литературы. Но и врешь-терешь мы и уже те, как бы, у нас у каждого такие роли, что вот тут мы працуем, а тут мы нечему некого учим, тут, а тут мы забавляемся и рады тому, что у нас есть махчимость разневолиться. Так, видать, и у житті. Ну, а дитёнка весь час хочет учить, учить, учить. Навод, коли он читает каску, он повинен нечему учиться. Ти повинен. Ти все-таки повинен так само педагогика, видать, это неотъемная частка все-таки нашего життя, но иншая справа, як вучить. Разумеете, можно вучить на своем прикладе, можно вучить у процессе некой цікавой гульни, у процессе взаимодействия, а можно тупо длубить, ты повинен так додлубить до того, что добьешь всякую охоту, и отримаешь абсолютно супротлеглый выник. И тому тут мы уже переходим на то, як зроблена книга. У любым выпадку она повинна быть зроблена талиновитой. И вот это как раз то, что ратуя, ну, ратуя читача, ратуя книгу, ратуя отзанудство и морализаторство. Да, но мораль должна быть в сказке? Ну, знову-таки... Кожному своя. Ведаете, не, ну як же, ну все одно мы робим некие основы, коли читаем. И навод с того, что як человек живе, коли он дурее и вольно там бавить час, все одно некая основа с гэтага напрошивается. Ведаете, ну, есть удобные верши Даниила Хармса, там, скажем, да, якая там, как бы, наука, ну, вот... А есть верши Григория Остера. Так, так, вот, тому, ну, все вельми розное, мы розные книги повинны быть розные, и, врешьте, я... Вот приведу приклад, я сама робила интервью с критиком и литературознавцем шведским Янина Орлов, и она именно этой дитячей литературой занимается. Я ей задавала это питание по якости книг вот шведских, там же вельми шмат книг выдается, что вот нечто, ну, накольки я памятаю, личба от 1400 до 1800 в Швеции книг. И я кажу, спадарня Янина, я на что, все однольковые якости? Она засмеялась, я кажу, ну вы что, смеетесь, каждый год 1800 вышталционных книг. Але, кажу, и мы ж разного узровня. То, что буду читать я, альбо вы, альбо дети, у семьях, яких приучают до читания, кому цікаво читать, это не значит, что нехто будет читать так само. Литература, люди разных узровня, интеллектуального, по-разному эмоциональный свет у каждого из нас працует. Але на каждого повинна быть своя книга. Вот если я такой погляд, я так подумала, что он, видать, сложный. Ну вот мы в комментариях нашего блога обсуждали, что часто родители формируют для ребенка какую-то библиотеку, покупают книжки, от которых сами были в восторге, когда были детьми, когда были подростками. Но, соответственно, далеко не всегда детям все эти реалии понятны. Вот наша читательница Екатерина Михалевич рассказала замечательную историю, как ее сын в 9 лет читал Денискины рассказы, что он завис над фразой продавщицы, как хомячков не привезли с базы, будут во втором квартале. И он это пересказал. Сказал в том духе, что правительство не разрешает продавать хомячков, и оно, кстати, расположено в 2 кварталах отсюда. Идите и спрашивайте там, почему запретили. Вот, получается... Сучасное дитя нормальное. Да, получается, Хармс, вот вы его вспоминали, на котором мы выросли, советская вся классика, она детям все уже непонятно, то есть только современные авторы, среди них выбирать. Ну, а кто отменял то, что батькам треба удосконаливаться, одуковываться и развиваться все житё? Батькам, бабулям, дядулям читать разом с детьми, не только разом. Быть на крок перед ими, коли яны сапраўды заклапочаны. Ну, так а кто апроч батьков? Ну, можно, есть еще варианты, не займаться зусім, отдать там только на выхование школе.
Дарэчы, один из вельмі некепских вариантов все-таки познакомиться и посябраваць с хорошей библиотекой и библиотекарами. Потому что, ну, это кожны в своей справе профессионал, конечно, немагчыма все охопить. Про занятости сучасных людей и, может быть, магчыма за 86, может, не, але ж трэба профессийно, как батькам, это поводится. Так просто есть... Есть такая профессия, так, детей гадавать. Так. Есть проводники у свет книги. У кожного недзе побачу есть библиотека, альбо у межа города трэба такую библиотеку шукать. И уже у кожной библиотеки абавязкова есть люди, мало того, что адукаваны в своей галіне, а пантаныя, што датычыць кніг. І вось ужо з імі, калі ты так хочаш кіраваць працэсам чытання свайго дзіцяці, з імі можна абмеркаваць, паглядзець, але яны тебе прапануюць, прынамсі. Але поўнасцю перакласці адказнасць, мне здаецца, гэта будзе. Нет, конечно. Неправільна. І вось яшчэ Кацярына Міхалевіч, не магу просто не прывесці яшчэ адзін кур'ёз, які яна выклала ў інтэрнэт. Яе сын 13-14 гадоў з рогатам чытаў кніжку пра піянераў-герояў. Казалася, што ён не ўспрымае гэтыя гісторыі як рэальныя. Мама патлумачыла, што ўсё гэта грунтуецца на гістарычных фактах, то сын быў у шоку і з цяжкасцю прадаўжаў чытання. Ну, а вось ёсць у нас яшчэ адно пытанне ў тэму ад Наталлі Мядзведзь. Яна, дарэчы, нам даслала вялізны спіс пытанняў. Баюся, справа ў тым, што Наталлі, так. Я яе ведаю па інтэрнэт-прасторы, я яе ведаю, яна вядзе цудоўны блог па кнігах. І вот я... Мару, каб людзі, якія жывуць праблемамі дзіцячай літаратуры, і напішу пра расійскія кнігавыданні, пра рускамоўныя кнігі, ну і зноў-такі асобны блок размоў пра беларускіх аўтараў, якія друкуюцца ў Расіі, так? Чалавек з густам, чалавек, які адчувае праблемы, таму я не дзіўлюся, што тут Наталі столькі пытанняў панадавала. Толькі магу марыць, каб яна пра беларускія кнігі пачала пісаць. Я думаю, што пасля гэтай праграмы яна абавязкова гэта зробіць. І вось яе пытанне. Ці павінна новае пакаленне расці з кнігамі на актуальныя для яго тэмы, альбо трэба абавязкова прывіваць ім густ да класікі. І ад яе ж, ці ёсць тэмы, якім не месца ў дзіцячых кнігах. Ну, ведаеце, мне наогул падаецца некарэктным размежаванне. Класіка, і класіка, і сучаснасць. Класіка тое, што з'яўляецца грунтам, падморак, над чым і... грунтуецца развіццё асобы, закладваюцца нейкія базавыя паняцці, а сучаснасць, мы ў ёй варымся, жывем, і сучаснасць патрабуе і размовы з дзецьмі на актуальныя тэмы, і это шчасце, калі ёсць пісьменнікі, якія могуць па сучаснасці, па нейкіх вельмі балючых кропках такіх актуальных, так, сацыяльныя нейкія тэмы, калі яны дапамагаюць размаўляць бацькам, настаўнікам, то бок дарослай частцы насельніцтва, скажам так, з дзецьмі. Дзеці жывуць у адкрытай інфармацыйнай прасторы. Для іх тыя пытанні, якія былі, магчыма, ў 70-80-е гады, затушаваны, скрыты, трэба было знайсці патрэбны часопіс, патрэбную кнігу, энцыклапедыю. І тут все адкрыта, націскаеш на пульт, пагугліў, да, і это немагчыма ад гэта. І таму, тым больш мне падаецца актуальна, але і зварот да класікі, таму што, ведаеце, як бы не мяняліся вот сацыяльныя рэаліі, да, рэаліі нашага жыцця, сутнасць чалавека застаецца адной і той самай, просто са стагоддзя ў стагоддзі, і таму... Такі гаджэты мяняюцца. Гаджэты мяняюцца, да. Так? А раней бы мы яшчэ сказалі, што мяняюцца дэкарацыі, мяняюцца касцюмы, мяняецца грым, а сутнасць чалавечая застаецца адна і тая самая. Родители волнуют не только тема в детской литературе, волнуют жанры. Вот постоянная посетительница нашего блога Наталья Терещенко пишет, что сказок и так достаточно, а не хватает рассказов про реальную жизнь, про устройство реального мира. Она приводит пример из французской детской газеты «Еженедельной», где печатают новости страны и мира с объяснением, что такое цунами, как проходят выборы президента, рассказ про то, зачем вообще нужен президент, что он делает. В общем, все-все-все. Вот в понятной форме, крупным шрифтом, чтобы ребенок сам читал и пишет, что вот нам бы такое, а сказки это уже немножко прошлый век. Другая наша читательница с ней спорит. Да, все-таки не всем так хочется реальную жизнь. Она пишет, Аньюл, тоже наша постоянная посетительница, что сказка это не просто история, это ведь тоже про реальную жизнь, тоже про конфликты, тоже про всю реальность, только детям понятнее. Но я так понимаю, что вы как сказочница, наверное, поддержите Юлю, а не Наталью. Не за одним, ни с другим спрачацца не буду. Ну, разумею, жыццё ж яно рознае. І, канешне, беспазнавальная літаратура нікуды не дзецца. Але, зноў-такі, цікавая тэндэнцыя. Ведаеце, калі тэндэнцыя цікавая ў чым?
90-е годы, калі вот згадаеце, так было вельмі популярна менавіта даведачнай літаратуры энцыклапедычнага кшталту. Вот это розныя «Я пазнаю свет», там вялікая малая энцыклапедыя, энцыклапедыя пірату, энцыклапедыямі было завалена ўсё. І па шчырасці, вот наколькі я памятаю, тады ж выдавалася і толькі калі мастацкая літаратура дзіцячая, да, то гэта былі перавыданні. Вот менавіта это адпрацаваная класіка. Пасля пашлі вот шукаць, это не такая даўняя з'ява, і не столькі шмат гадоў, каб не памыліцца, скажам, 10 гадоў, но, па-моему, меней, калі сталі шукаць новых аўтараў. Новые книги, раскручивать новые имены, потому что выдавецтвам было комфортнее працевать с раскрученными именами. Барто, Михалков, там, Кучуковский, калі про русскую литературу говорить. Белорусы, до речи, в этом сенсе, они вот не к своей сапой шли, завжды, калі была у автора цікавая книга, вот брали у выдавецтвах и выдавали, но это, видать, хутчэй звязано с тем, что не коммерциализованный продукт у нас книга. То оказывается, вот знову потребна литература энциклопедичная, доведочная. Это правильно, особливо, коли казать про нашу белорусскую простору. Я хочу вернуться до нашего белорусского контексту. И, до речи, вот у выдавецтва мастацкая литература, это то, что я вот так хутенько могу загадать, потому что нечто я не... Вот ведаю энциклопедия Петруся Бровки, выдаю вот такие книжечки невеликие. У выдавецтва мастацкой литературы есть «Моя земля», «Скарб родной природы». Іншая справа, што іх вельмі мала. І знову-такі я з гэтых агульных развагу пра кнігу, я хачу звузіць нашу прастору, да, беларускай прасторы, таму што тое, што робіць французы, гэта французы. Яны малайцы, яны расказваюць пра ўсё ў тым ліку і пра сваё. Яны за нас, за беларусаў, ніхто гэтага не зробіць. І вось, мне здаецца, паварот да размовы з дзецьмі праз ілюстраваную, хороша выдадзеную кнігу. Гэта якраз такі і шлях да таго, каб і дарослыя ўрэшце сталі і з набыткамі культуры, і сваёй гісторыяй арыентавацца, таму што проста напісаная кніга з цудоўнымі ілюстрацыямі, яна здольна ліквідаваць шмат якія прабелы. І тут у нас вот, кнігавыдаўцы, калі будуць брацца за гэту справу, непачатай край проста працы. А за увагі слушныя пра казкі і пра даведачную літаратуру, абсалютна. Дарослыя ж заўсёды лічаць, што яны ўсё пра дзяцей ведаюць, што яны самыя разумныя, хаця пісьменнікі нашы, яны ж ведаюць, ну, пра сябе, пра сваё дзяцінства, і калі гэта было, гадоў 50 ці больш таму, ці пра сваіх дзяцей і ўнукаў яны пішуць. Але вось творчасць некаторых дзіцячых пісьменнікаў, яна, даруйце, выглядае як нейкае такое дарослае маралізатарства, яшчэ з часоў Савецкага Саюзу. Вось і Валерія Фамінова, наша чытачка, прызнаецца нам, дарослым, асабліва аўтарам, не заўсёды ўдаецца пісаць менавіта для дзяцей. Мы хутчэй імкнемся прывіваць ім штосьці карыснае з нашага пункту гледжання, забываючыся на добрую, цікавую гісторыю. Дзеці прагнуць цудаў. Сапраўды ж прагнуць, бо тады яны б не зачытваліся не самымі нават лепшымі перакладамі Роулінг ці іншых кніжак. Вы з Валерыяй згодны? Ну, я тады хачу нагадаць со своей любимой письменницей Астрид Лингрен. И она сказала, что все свои книги я пишу, ориентуючись на дитя, на одинное дитя, то и дитя, которое живет во мне. То бок, знов-таки, это залежит от таленту, по-моему, разумеете, потому что, саправды, мне подается, человек переживая свой досвид. Свой досвид. И вот это, когда есть диалог внутренний с тем, маленьким человеком, яким ты был, калі ты не забылся, на что ты адгукаўся, на якую радость, на какие проявы до тебе уваги, як ты переживал за уваги и так далее. Калі ты памятаешь вот свой свет эмоций, мне здаецца, вот это да и дитя, вот у тебя больше шансов, не то, что ты стопроцентово там разумеешь, но тебе больше шансов зразуметь, что треба. А давайте от текстов к иллюстрациям. У нас в блоге многие посетители считают, что главная проблема современной именно детской литературы – это не тексты. Тексты хорошие, а иллюстрации. Как метко выразился Макс 12, нарисуют такое, что и взрослому смотреть страшно. Поэтому читать даже не хочется. На мою думку, до счастья, пережитый период книг с этими кислотными некими героями – это жахливые абсолютно некие. Але між тым, калі толькі ўварваліся на нашу прастору такія кнігі, яны ўспрымаліся як нейкі павеў нечага новага, і людзі аддавалі перавагу. А цяпер вот зноў такі, ну, як... А цяпер вярнуліся да старых, добрых ілюстрацый. Добрых, глядзіце, цяпер наогул вельмі такая пайшла плынь,
модная. Перводаюць выданні вот савецкага часу, яны сапраўды былі ілюстрацыямі, ілюстрацыямі, таму што это былі выданні высокай культуры. Вось. Ну і гэта радуе, што, знаеце, як кажуць, вот это пра падлетка перабесіцца, да, і это пасталее і будзе вартае лічыць. Так і тут вот людзі нахапаліся нечага такога і вярнуліся да класікі. А вяртаюцца да добрага, да якаснага. Ну, вот, мне здаецца, это трэба ўважаць як такую станоўчую тэндэнцію. Дзякуй, спадарня Алена. Госці праграмы «Дыялог пра літаратуру» сёння была цудоўная дзіцячая пісьменніца Алена Масла. Пісьменнік і настаўнік Васіль Сухамлінскі казаў, чытанне – гэта акенца, праз якое дзіця бачыць і спазнае свет і саміх сябе. Няхай гэтае акенца часцей зазірае сонца добрай літаратуры. Если вы хотите поделиться опытом, задать вопрос или предложить интересную тему для нашей следующей программы, добро пожаловать в наш блог. С вами были Татьяна Сивец и я, Стелла Черкова. До встречи! Счастливо!